Поездка на автобусе 378 от улицы Павла Корчагина до метро ВДНХ и до улицы Павла Корчагина. Павла Корчагина, дом 5. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – Институт биологии и химии. Во время поездки держитесь за поручни.
биологии и химии. Следующая остановка – метро ВДНХ, конечная. При выходе не забывайте свои вещи. О забытых вещах не трогай, сообщайте водителю. Метро ВДНХ. Thank you.
Следующая остановка – Институт биологии и химии. Институт биологии и химии. Следующая остановка – улица Кибальчича, дом 16. Во время поездки держитесь за поручни. Улица Кибальчича, дом 16. Пожалуйста, при входе приложите свой билет, безлимитную или социальную карту к валидатору. Убедитесь, что на валидаторе загорелся зеленый сигнал. Спасибо. Приятной поездки. Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам. Следующая остановка – улица Павла Корчагина, дом 5. Улица Павла Корчагина, дом 5. Следующая остановка – школа.
Желаем на конечную остановку улица Павла Корчагина. При выходе не забывайте свои вещи, а забытых вещах не трогай. Сообщайте водителю. Итак, это была поездка на автобусе 378 от улицы Павла Корчагина до метро Водошайда, улица Павла Корчагина. Всем спасибо за просмотр этого видео, всем спасибо и всем пока.